Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как же проверить iPhone или iPad по серийному номеру или email. Для чего же это нужно? Это нужно для того, чтобы, когда вы покупаете устройство, чтобы вы убедились, что если вам дают какие-то данные, а они должны вам дать эти данные, то есть email и серийный номер, чтобы вы могли проверить телефон. Для чего это нужно? Первое. Это нужно для того, чтобы убедиться, что он не в черном списке. Второе, что он не залочен под американского или другого оператора. Третье, и что он не заблокирован по iCloud. Ну, это тоже черный список является. Как же это проверить? Я в описании под видео оставлю несколько сайтов, как это можно проверить, что по email, что по серийному номеру. И где вы его можете вообще найти? Первый способ узнать email — это набрать звездочка решетка 06 и нажмете, когда решетку выбьет email. Чтобы пробить и то, и другое, зайти в настройки основные об этом устройстве. Также вы всю информацию найдете на вашем телефоне, и серийный номер, и email. В данном случае я уже перешел на один из сайтов, вот он будет, ссылочка будет в описании. Здесь выбираем производителя, у нас Apple. И вбиваем серийный номер. То есть это реальный серийный номер. Не мой, конечно, но жмем проверить. Здесь будет проверочный код. Выбиваем светофоры. Вот. И жмем проверить. То есть вот. Это удачная попытка. Пожалуйста, iPhone SE 32, серый космос. И вся информация. Модель. Вот код фабрики, год выпуска, неделя выпуска и возраст телефона. Здесь дальше информация есть. Опять же, высота, размеры телефона и тому подобное. Чтобы запросить информацию, вот детали информации и моей, то есть действующая версия iOS и все те данные, которые вам нужны, где он сейчас, все можно здесь получить эту информацию. Но чтобы получить эту информацию, вам нужно будет сюда зайти. Также вы здесь можете добавить в список потерянных. Но опять же, нужно будет забить правдивые данные этого устройства. Но чтобы вот посмотреть, как забить эти данные, вот смотрите, что здесь нужно будет сделать. Вам нужно будет ввести email, как видите здесь, серийный номер, либо же email, и опять же email адрес, и делаете запрос. Эта услуга, конечно же, будет, смотрите, 18 центов, не так уж дорого, и вы получите, вот смотрите, здесь есть уже такие данные на некоторых устройствах, ну и примерно показывает, что какой заблокирован, под какой оператора, какой у нас утерянный и тому подобное. Это как примерная информация, но она действующая, рабочая. Я же говорю, еще есть те сайты, которые будут закреплены ниже под видео. То есть вы поняли, для чего это нужно, чтобы проверить удаленное устройство, нормально ли оно, и потом уже вы, конечно же, будете осматривать его технические характеристики и внешний вид на работоспособность. Но это первый шаг, который вы должны с ним ознакомиться и должны владеть этой информацией. Все данные, вся опись всего того, что я вам рассказал, будет в описании под видео. Вы сможете ознакомиться также с ней. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!